Здравствуйте! Сегодня передача вышивания. Часть первая. Урок, как всегда, на рюкзаке. Мы сегодня делаем украшение. Для этого украшения понадобится такой же уже. Такой. Такой. Правда. Такой. Я на маленьком. Такой. Вышиваем крестиком и лентей. Вот в этих всех журналах я видала вот такое вот украшение. Я сейчас вам расскажу, как она делается. Мы делаем круг, мы туда надеваем разноцветные бисеры, голубые, синие, фиолетовые. Вот. Вот тут такие волнистые еще нитки делаем. Закрепляем узелку и приклеим сюда суперклеем. Тоже нанизываем бисер. Вот. И вот схему вышивания надо все правильно делать на черной нитке. Тут даже где-то может улитку сделать. И бывают где-то смешки цветов. Вот. И вот смотри, и вот мы продеваем 300 бисерин через одну нитку. Ну, наша передача вышивания окончена. Вау!